Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект дневных ходовых огней, они же ДРЛ-ки. Артикул данного комплекта ДРЛ-1519. Поставляется в коробочке вот такой вот. Ну, давайте посмотрим, что у нас в комплекте находится. Так, здесь идут две лампы диодные. Вот такие вот интересные, они резиновые, полностью выгибаются во все стороны, как угодно. Диоды полностью герметично заклеены, пыли влагозащищенные. Вот так вот все выглядит. У нас здесь находится 10 диодов на каждой лампе. Вот так вот. Они светятся цельно. То есть, ну, далее мы посмотрим, как это все подключается и как происходит свечение. Также в комплекте имеется два двухсторонних скотча для установки и закрепления данных ламп и два резистора, которые подключаются на питание, дабы избежать перегрева и выхода из строя ламп. Так, единственное, что давайте замерим посадочное место, то есть от одного разъема к другому замерим. У нас здесь составляет 223 миллиметра. Вот такая вот лампа. Ну, давайте подключим. Подключается все на 12 вольт, напомню. Раз. Два. Лампа у нас включилась. Вот такой вот свет выдает. Можно, то есть, выгибать в разные стороны. И вот так вот будет происходить свечение. Довольно-таки ярко. Световой поток чисто белого цвета идет. Вот такой вот плана комплект. При покупке на комплект распространяется гарантия. Более подробные характеристики и стоимость комплекта вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.